Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате PowerWash Simulator. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем нашу мойку. И мы продолжаем с вами проходить дополнение «Назад в будущее». Что же мы с вами будем отмывать сегодня? А сегодня мы займемся отмыванием поезда времени Дока. Отправляемся. Дружище, спасибо, что опять нашли для нас время. Сейчас мы заканчиваем третий и последний, нет, правда, последний фильм. Черт побери, как летит время. На этот раз мы отправились на Дикий Запад, так что машину времени пришлось поставить на паровой локомотив. На чем еще Доку ездить сквозь время? Непонятно, что именно произошло, но поезд времени выглядит так, словно проехал сквозь радугу. Не знаю, связано ли это с разноцветными бревнами, которые мы использовали в предыдущей сцене, чтобы разогнать поезд с Дикого Запада до 141 км в час. В любом случае, нужно отмыть его перед следующими съемками. Доверяю это вам, вы свое дело знаете. Большое спасибо. Поезд времени Дока. Просто шикарно, просто шикарно. Так, эти штуковины двигаются, но в принципе они плоские, проблемой это не будет. Много двигающихся частей. Так, внизу здесь тоже есть двигающиеся части. Так, здесь внутри мыть не нужно, только вот снаружи. А вот это все. Туда нас, конечно же, никто не выпустит. Само собой, разумеется. Так, а что у нас там сверху? Так, а вот здесь хорошо, нужно тщательно будет промыть. Сомневаюсь, что мы успеем за один раз, потому что, в принципе, объем работы довольно-таки большой. Ну что ж, давайте приступать. Прям не знаю, с чего начать. Ну давайте, наверное, спереди начнем. И снова здравствуйте. Скорее всего, мы работаем вместе в последний раз. Это заключительная сцена всей трилогии. Алекс, ты уже редактор сценария? Между прочим, ты ведь стажером была. Неплохо.
Так, вот эта штуковина, паровпускная коробка, вымыта, да? Усилитель временного поля снизу нужно еще, наверное, вот. Да. Колесо есть. Там не надо. Так, стоп, передняя панель, докуда она идет? А, вот это еще она там продолжается, да? А, есть. Так, хорошо, здесь вроде бы все. Стоп, еще раз вымыто. Тут их три штучки аж вымыто. Все тут вымыто.
Так, эту перилку, наверное, снизу надо. А, нет, вот так. Есть трубы тоже. Стоп, а вот там. Так, давайте вот эти пока вымоем, чтобы здесь не забыть. Так, а есть эта цельная конструкция. Хорошо. А, ну уже видно, какой он красивый, когда чистый. А, будет еще красивее. В принципе, 17% уже отмыли, но дальше будет сложнее. Там вон очень много двигающихся частей.
Хорошо, хорошо, хорошо. Здесь у нас... Лично я считаю, что именно так и должна выглядеть машина времени, которую создал успевший побывать в будущем изобретатель, прежде чем застрять в 1885 году. Ой, простите, кажется, я только что заспойлерила финал. Хорошо. Так, что дальше начать? Давайте, наверное, колеса вот здесь снизу, по-моему.
Так, регулятор магнитного поля. А где он еще грязный? Он там где-то? А вроде же он уже абсолютно чистый. Так, регулятор, в каком месте ты грязный? Может быть, вот здесь вот? Это еще он? Да, это еще он там продолжается, торчит. Так, тут хорошо. Тут получается хорошо. А вот здесь теперь надо. Ага. Так, опять-таки, чтобы не запутаться, эта труба чистая, 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 чистая. Трубы все чистые, хорошо. Вот здесь вот.
другой стороны, видимо, уже мыть. Тут, по-моему, все отмыто. Давайте с другой стороны то же самое все вымоем. Так, а вот это надо убрать, а то мешает. Отлично. Хорошо. Так, а вот эти вот две трубки с той стороны надо проверить. И коробочки эти. Подпрыгни, залезь туда, залезь, давай, оп, вот так.
Так, вроде бы все трубки, если я не ошибаюсь. Поезд времени основан на легендарном локомотиве «Сьерра номер 3», который сам по себе является голливудской легендой. Как и карьера любой настоящей кинозвезды, он слетел с рельс и чуть не закончил свою жизнь на свалке, но в итоге с блеском вернулся. Эту спиральку непросто будет вымыть. Хорошо. Вот эту штуковину вымыли. Там, в принципе, вроде как все вымыли. Я хотел проверить вот эти трубки. Лента потока. А вот это вот не вымыто. Наверное, вот так лучше сделать. Лента потока, почему ты все еще грязная? Есть. На всякий случай с той стороны тоже проверю. Отлично.
Ну, здесь окно не вымыто. А петли тоже по отдельности. Ага, нужно повнимательнее здесь просматривать. Навес сверху нужно, окно еще нужно домыть. Есть окно вымыто. Давайте теперь с той стороны. Так, стоп, надо вначале. Или потом сюда залезем, как раз сюда и наверх заберемся потом. Так, окно, где ж ты еще грязное-то, а? Есть, хорошо. С этим окном как-то попроще. Так, здесь нужно вон туда залезть. Ну, вот так вот. Будет намного проще это вымыть. О, кстати говоря. Так, здесь у нас получается все. В принципе, а может быть сегодня полностью завершим с поездом, потому что я думаю, дальше будет проще. Вот здесь вот самая сложность была, эти мелкие детали.
Вот этот навес где-то недомыт. Снизу, наверное. А вон, да, все отлично, отлично. Осталось, в принципе-то и немного осталось, наверное. Давайте мы продолжим, чтобы сегодня уже полностью весь поезд времени отмыть. Просто я думаю, здесь быстрее будет. Так, там надо, наверное, запрыгнуть туда вначале. Вот сюда давай.
Вот здесь вот неудобство. Вот это вот вымыть. Как бы это сделать-то? С крыши, что ли? Давайте попробуем на крышу залезть. Вот этот рассекатель еще не домыт. Ай! Готово. Так, нос реакторного вагона. Надо там сверху будет его мыть, в общем. Так, стоп, надо, наверное... Вот здесь вначале.
Похоже, вы почти закончили, поэтому я просто хотела сказать, что мы были рады пригласить вас на съемочную площадку. Ой, уже 80%. Я даже представить не могу, как вы уместили всю эту воду в своем рюкзаке. Ха-ха, это мистика. Честно говоря, вам и вашему оборудованию самое место в фильме, где действие происходит еще дальше в будущем. Почему бы и нет? Так, хорошо, что нам дальше? Дальше надо будет уже наверх залазить скоро. Нос реакторного вагона надо будет хорошо тщательно вымыть. Ай. Давай, прыгай. Ну, давай, есть. Вот, хорошо.
Есть, хорошо. Ой, сколько здесь трубочек. Так, где ж тут теперь грязь? На каждой трубке, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, наверное, стоит все-таки поставить лестницу. Есть, трубки вымыты. Это шикарно. Вон там я видел, было грязно, уже вроде бы вымыто. А вот это еще оно продолжается, корпус этот. Вот оно.
Так, а вот эта штуковина вымыта очень хорошо. Так, а там, наверное, снизу подпрыгнем, иначе мы сейчас упадем. Ой-ой-ой. Уже падаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки упал. Так, а вот это где? Где еще грязное-то, а? Хорошо, это есть. А вот это еще где-то грязное. Но не могу понять, где. Странно, а где же она грязная?
Вот даже нажимаю показать грязь, но не показывает, где там. Где там грязь? А ну-ка давайте еще раз залезем наверх, посмотрим. А, вот там вот была грязь, я ж вроде там прыгал, или не там? Нет, да то, видимо, не допрыгивал. Ладно, что у нас дальше? Колеса. процентов, мы уже прям почти. Но, видимо, что-то я пропустил, потому что до сих пор не появляется список оставшихся объектов. процентов. Да, и уперся в лестницу. Она всегда мешает. Всегда. Где бы я ее ни поставил, она оказывается у меня на пути. Прямо какая-то магия. Вот список дел. Поршни электрической системы, поршни коленчатых валов двигателя и основание носа реакторного вагона. Основание носа — это вот эта штуковина, да? Нет, это нос. Вот основание. Ага. Ладно, это было быстро. Поршни электрической системы — это где? Что из этого можно считать поршнем электрической системы и коленчатых валов двигателя? Так, полезли наверх. Стоп, может быть, здесь шток поршня? Поршень коленчатых валов. Так, с другой стороны вот эта вот штучка нужна. Нашел. Нашел я. Есть, это есть. Хорошо. Поршень электрической системы.
где-то здесь. А вот он. Есть. Ух, твою ж, дебить ее. Ух ты. Вот это было потрясающе. Вот это было, конечно, просто потрясающе. Он исчез. Я сначала не понял, что происходит. Меня просто оттолкнуло от него что-то. Вау, ну это было классно. Это было очень классно. Мне понравилось. В особенности, как фанату фильма, это дополнение прям очень-очень-очень понравилось. Просто супер. Вы вновь хорошо потрудились. Большое спасибо. Признаюсь, я сомневался, что нам нужна профессиональная мойка, но вы блестяще справились с реквизитом для всех трех фильмов. Я замолвлю за вас словечко, как знать, быть может, когда-нибудь у нас появится для вас новая работа. Всего наилучшего и спасибо. Итак, здесь мы с вами все сделали, что только можно. Это дополнение мы с вами полностью отмыли. Что ж, ребята, тогда здесь мы с вами уже на сегодня прервемся. Не знаю, какое дополнение мы будем отмывать в следующий раз, но определенно будет интересно. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока.